Всем-всем доброе утро. Давно кормлю, пою овечек. Ну уж кого там заладила. Телефон оставила дома. Ну, думаю, иду побегу, возьму показать, как красиво. Вот так вот видно по всему небу. Вот сюда. И все. Вот сюда максимум. Вот так красиво. Кот пришел, мне помогает. Сегодня мороз у нас такой. То есть чуть-чуть воды, если осталось, то очень замерзло. Передаем привет дружно. Так, был вопрос, что за соль? Мультисорбент. Типа активированного угля как. И... Извиняюсь. Барана когда буду подпускать к своим зайкам. Это в середине февраля. Даст бог, если все по плану, то он уедет. Приеду два других и будут работать. Я рассказывала. Вот этих курдючных ромашек хочу отсадить. Потому что они уедут в хозяйство. Только детишки сами уже будут кушать. Все хорошо. Детишек оставляю. Этих мамочек, там получается сколько, 7 голов где-то. 6-7 голов, в общем, я их буду убирать. Поэтому в чужие хозяйства они не уедут котными от меня. И... А там уже как получится, а кот. А зимние уже буду планировать. Если будут все условия готовы, то опять будет зимой, а кот. Тогда уже будет не страшно, как в этом году было. Время покажет. Ну да, буду крыть, только не этим бараном, другим. Каждый раз меняю барана. Я не делаю, как вчера я где-нибудь читала, что папа кроет своих детей. Я была в ужасе просто, в ужасе, когда это увидела. Потому что я так не делаю никогда, от слова совсем. Каждый раз крою другим бараном. Потому что я не для себя держу там, а... Продаю людям в хозяйство, я же не могу продать людям плохое. Сейчас добавлю. Всем хорошего дня, пока.